Кто я, смарагд в этом видео? Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем обзор нашего интернет-магазина, наличие нашего интернет-магазина. И в этом видео у нас туя смарагд. У нас ее немного. Мы хотели оставить ее себе на доращивание, но видно, не судьба, она тут мешает, надо ее убирать. Поэтому сейчас выставили. Туя смарагд сеянцы 4-го года, довольно красивые. Сантиметров 20 это минимум, остальные все идут. Количество соответственно ограничено в районе 150-200 штук, сейчас мы не считали. Ну, туя смарагд западная, она самая востребовательная и довольно таки ходовая, ее все почему-то за ней гоняются. Ну, у меня другое отношение маленько к ней, поэтому я ее сильно не размножаю. Размножаются черенками, это все черенки. Ну, как можно видеть, хороший вот это куст смарагда. Он пойдет. Ну, конечно же, будем размножать однозначно его. И в следующем году он будет. Черенковать будем, пробовать. Но в этом году его мало. Цена на сайте, описание на товар. В описании будет ссылка на этот товар. Так что заходите на сайт, смотрите, заказывайте, пока он есть, извините. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго, удачи!